Славянский район проводит традиционные открытые соревнования по танцевальному спорту «Славянский вальс-2018». На площадке Центра спортивной подготовки «Олимпиец» свое мастерство будут доказывать более 800 спортсменов из разных городов России. Соревнования пройдут 19 мая, начало в 10 часов утра. Торжественное открытие турнира в 17 часов. После него состоится выступление ведущих пар. Организаторы турнира приглашают всех желающих посмотреть соревнования. Стоимость входного билета 500 рублей. По всем вопросам обращаться по телефону 8 988 343 85 50. 52.